В минувшую субботу, 26 марта, в 5 вечера начался пожар в квартире по улице Тельмана в доме номер 12. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные расчеты – 9 машин и 22 человека. Благодаря оперативной работе возгорание было ликвидировано уже в 17:33. За полчаса огонь повредил 10 квадратных метров, однако квартира, пригодна для проживания и расселения жильцов, не потребовалась. Пострадавший мужчина 1983 года рождения доставлен в областную клиническую больницу с ожогами первой и второй степени. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Курганской области, причина пожара сегодня неизвестна и будет уточняться в течение 10 календарных дней.